Уважаемые депутаты, а не хотите внести в повестку дня вопрос? Сергей, уважаемые депутаты, Татьяна Корженко, чего вы убегаете? Вам журналист задает вопрос. Господин Бадаев, депутат Бадаев, вам журналист задает вопрос. Чего вы такие трусливые? Свободно, тяжело ответить журналистам? Татьяна, пани Корженко, директора коммунальных предприятий. Я вас как директоров коммунальных предприятий хочу спросить. Господин Бадай, хочешь, я скажу, за что ты хочешь депутатство описать? Ну, сказали еще дальше, что вы еще скажете? Я вам еще раз сказать на план. Ну, это вы можете что угодно, вы ответьте на вопросы. Куда вы идете? Почему вы не можете ответить на вопрос? Включи камеру, я тебе расскажу, как ты хотел меня купить. Расскажите на камеру, чего вы стесняетесь? Уважаемый господин депутат Бадаев. Вот так вот депутаты, даже директора коммунальных предприятий, получили себе должности с помощью депутатства, а теперь вообще не готовы отвечать на вопросы журналистов. Вот так, товарищи избиратели, знаете, кого вы избрали? Да, понятно. Хорошо, все это ясно. Вот депутат Татьяна Корженко и депутат Геннадий Бадаев убегают от журналистов. Ответьте на вопросы журналистов. Ну, мы рассказываем, как есть, и показываем, что вы не хотите. Вот мы уже через первый этаж по кругу прошли, через второй этаж прошли по кругу. Ответьте, пожалуйста. Получили должности себе, и теперь текаете от всех журналистов. Володь, я от тебя не текаю. Так что, товарищи депутаты, готовы ответить? Нет? На вопросы. Они там через два раза поверили. О чем? Что вам хотелось бы ответить? Что ты нервничаешь? Не нервничай, пошли. Привет. Добрый день. Мы пришли выполнить свой долг, работать. Так ответьте еще, кроме того, будьте прозрачными перед избирателями, открытыми и прозрачными. Это есть в ваших обязанностях, как депутата. Мы прозрачно работаем и отвечаем. Ну так вы не хотите ответить, вы убегаете. Шановни. Вот раз, два, три. Уходим просто от вопросов. Я ж не могу за вами гоняться. По первому этажу. И мы тоже зададим вопросы. Они, которые не ходят, написали заявление о сложении своих депутатских полномочий. И не ходят на сессии. Поэтому. Вот так, уважаемые зрители, жители, избиратели города Лисичанска, депутаты не хотят, не готовы быть прозрачными в своей депутатской деятельности перед избирателями, жителями города Лисичанска. К сожалению, мы не можем за ними гоняться по всему городу. Делайте выводы, смотрите, читайте интернет, издание «Зараз.Инфо».